А сейчас мы подходим к страшному опасному туннелю, чтобы пробраться в парк обезьян. Вот этот туннель. Тут машины ездят быстро и нет дорог для пешеходов. Очень рискованная операция. Да нормально, ничего тут не страшно. Сейчас фура. Вот мы и вышли. Скоро сбудется мечта идиота, я найду лемура. Евро, давай. Тебе еще продадут. Тут все замаскировано. Вольеры. Тут даже дверь на себя. Сейчас вырвутся эти звери. Чтобы они не додумались. А вон кто-то бегает. А, это свиньи бегают, смотри. Да, это реально свиньи, да? Свинья. Или не свиньи, я не знаю, хорьки какие-то. Короче, я таких животных не заводил дома. Я не в курсе, что это. Хорек, наверное. Эти свиньи дерутся. Кроме свиней ничего не вижу. Какой-то свинарник огромный. Посмотри, там целые хвилять, целая это, стая. Такая тяжелая, совершенно таскает сама себя, да? Да я платил. Так, друг, давай держи друг. Господи. Да, я стрел на это дело. Она не кусает, она откусывает. О, мы тут близко. Лук? Ты шиванишь или лук? Это спаржа. Спаржа не заходит, спаржа. Господи, это реально как пришелец. Ты че, поменьше? Ты прикинь, короче. Пошла. Тортила. Куда она прет? От нас. А смотри, какие ноги у нее. Такие лет и лет. Ну как нам? Слышь, а она может выдержать, если я сяду, чтобы провести? Пока это линия большая черепаха. Это реально большая.
ребята. Сильная, конечно. Ну, черепаха хотя бы тема, да? Если бы не она, это было бы испорчено. Ну, может, варана попробовать покормить? Блядь, свиньи бегут от кого. Бля, она не может так бегать, как собака. Я забыл. Конкуренция, черепаха. Боже мой, она увидела все, хана тебе. Что-то она будет отбирать еду у варана, смотри. Да полюбас. И варан проиграет. Эй, арбалет, меня. Ты большая. А черепаха такая видит все, слышь, следит, да. Так, о. А варан такой. Бля, он сам себе на эту, на голову наступает, видите? Бля, агрессивно. Бля, черепахе пофигу, она просто идет. Смотри. Что-то там пытается. Еще кинешь, это варан. А черепаха тут самая подвижная. Слышь, я думал, что они самые ленивые, на самом деле она тут наяривает руки, короче. Боком такой видел. Сейчас такой резко кинется. Ну красавца острёмно, он какой-то. Да, глянь, он сгорел такой наверху, видишь, как тут линяет. Если обезьяну взять за хвост. Она поняла и убежала уже. Вон написано.
Чё, руки прочь такой. Выходит, нажимает. Кёрт, да? Тихо-тихо-тихо. Ладно, все, все. А тут сколько этих... Да, такого выпускать страшно было бы. И все едят что-то. Что, недовольный? Дай пять. Чудное какое-то. Чудное. У тебя есть что-то? Дай ему поесть. Не знаю, что он будет. А что-то я не помню, это Валера. А это же на выходе. Что будешь? Что-то будешь? Да это... А, вы так уже начал есть. Да, ну ладно. Они увидели, спускаются, смотри. Что, господи. Тут сейчас будет. А ну да, это же один. Смотри, сейчас спустится. Такие... Забирай. Куда? Деловые. А вы что, будешь? Ну спускайтесь, маленько. Нет, заинтересовались, но нет. Да эти тут такой жор устроили. Отпусти, он держит ее. Да, он ее держит, он ее забирает, скажем так.